навсегда сейчас сдохни или умри. И сегодня я вам расскажу, как выжить на велосипеде в условиях арктического холода и вечной мерзлоты. Сейчас за бортом минус 17 градусов, ну а я еду на велосипеде для того, чтобы выжить. Итак, первое, что вам понадобится, это арктическая куртка для езды на арктических снегоходах. Вот такая, как у меня. В противном случае вы рискуете замерзнуть нахрен и не доехать до места назначения. Это же обязательно надевайте варежки. Никогда не используйте обычные перчатки с пальцами, потому что ваши пальцы будут отдельно друг от друга. И вам станет холодно и не умрут. Запомните, только вместе ваши пальцы могут выжить. Еще один очень важный элемент – это арктические экспедиционные штаны. Сейчас на мне арктические экспедиционные штаны Tempest, но у меня есть секрет. Под ними у меня арктические экспедиционные велоштаны Garno. Именно благодаря им моя кожа вечно остается такой мягкой, шелковистой и не дубеет на морозе. Вы можете убедиться, катание зимой в вечном грузоте может быть очень опасно, и вы можете упасть, поэтому всегда подбирайте правильное давление. Но давление в колесах должно быть порядка одной атмосферы, в зависимости от вашего веса. Но сегодня это мне не помогло, поэтому я вам очень настоятельно рекомендую покупать шипованную резину, чтобы не попасть под лед, потому что под льдом могут жить опасные пираньи, и они вас очень сильно покусают. В данном случае пираньи меня не услышали, и я успел уцелеть. Поехали дальше. Элемент в таких условиях – это теплая зимняя обувь. Потому что если ваши ноги замерзнут и отпадут, вам будет нечем крутить педали. Сейчас я тестирую зимнюю велообувь Garno, которая рассчитана на около нулевые температуры. И я еду уже 30 минут по морозу минус 17, а мои ноги до сих пор не превратились в сосульки. Ну и тут, конечно же, не обошлось без моего фирменного секрета, ведь под туфлями Garno вы сможете найти мои ультратеплые, мегаморозостойкие арктические термоноски. Если бы я надел обычные носки, то мои ноги уже пришлось бы скармливать арктическим авомбатам-стервятникам. Если вы хотите выжить в условиях вечной мерзлоты, обязательно используйте лыжную маску. В противном случае ваши ресницы могут слипнуться, и вы ослепнете, в результате чего замерзнете в сугробе, а по весне ваши кости обглодают какие-то дикие гравел-псы. Если вы не хотите проблем с носом, как у Майкла Джексона, то не лишний будет защитить свое лицо при помощи специальной зимней балаклавы. Сейчас на мне зимняя балаклава от BAF. Сверху на ней находится виндстоппер, а внутри микрофлис. Также как дополнение не помешает BAF и вот такая шерстяная зимняя велокепка. Также зимой не пренебрегайте использованием велозащиты, в частности велошлема, потому что зимой намного легче упасть и разбить свою черепушку. Ну а дальше дело за малым. Гравел-вороны слетятся и обглодают вашу черепушку прямо изнутри. С вами была передача «Сдохни, люби», и я надеюсь, что мои советы помогут вам выжить в таких суровых зимних арктических условиях. Ну а я впадаю в зимнюю спячку. Всем спокойной ночи! Oh.